Итак, всем привет, продолжаем играть Battlegrounds. Ну что, третий матч. Блин, опять походу в Липовку лететь. В прошлый раз чуть нас не задавили. В итоге это оказался тот самый человек, который меня чуть не задавил, потом немного подвез. И который чуть меня потом не убил. Но ладно, в итоге он занял 12 место, я 13. Он после меня в итоге умер, я посмотрел. Было забавно. То есть как он умер, непонятно. То есть он вроде в доме сидел, в итоге к нему пришли что ли или что. Вот в доме сидел нормально, понятно, зона пойдет. Видимо, слишком рано стал выходить, может быть, я не знаю. Да ладно. Ну, прыгать будем, конечно, куда-то сюда опять. Опять куда-то сюда будем прыгивать. Ну, мне понравился этот игрок, я посмотрел, у него почти 3000 рейтинг в соло FPP. Прикольно, прикольно. Ну, я имею в виду тот, кто меня чуть не убил и подвез. То есть чуть не сбил на машине, потом все-таки решил подвести меня. Потом в итоге мы с ним и встретились, но он меня не попал ни разу. То есть с одной стороны, вот человек плохо стреляет, я так понимаю, либо я не знаю, что там случилось, почему ни одной пули не попало. То есть вот две разные ситуации, да, то есть человек у меня в упор, почти ну, не в упор, там 100 метров 50, может больше было, ни одной пули не попал, а в конце зато человек, который меня убил, прям попадал все просто через текстуры, через траву, через все. То есть я упал, лежу в траве, меня не видно, он просто каким-то образом. Блин, это плохо. Ладно, очень плохо, очень плохо. Открываем парашют. Очень плохо сейчас. Все было очень плохо. Блин, ну какого черта выпрыгнул? Почему выпрыгивает иногда не в ту сторону? Разворачивается. Хорошо карту знаешь, а если карту кто плохо знает, и может подумать, что он, в принципе, куда летит, куда хочет. А на самом деле, посмотри по карте. Ё-моё, не в ту сторону ты. Так, ладно. Летим. Ну, забавно, главное, чувак вот с той стороны чуть, наверное, ниже меня немного летел, да, в прошлой игре, который на один УАЗик со мной упал. Ну, он, естественно, более выгодной ситуации в любом случае был. Но если бы я видел его, я никак не думал, что кто-то летит еще так же, как я, только чуть ниже. Но он летел куда-то сначала на призм, потом свернул и полетел в эту сторону, блин. Хотя УАЗик вон там стоял, если бы он тот УАЗик заметил, который я в итоге потом взял, да, то есть, в принципе, мы вообще бы разминулись друг друга и как бы никогда и не нашли, наверное. Да ладно. Так, куча лодок. Мы в круге. Так, ну как бы, если будет машина, то вообще шикарно. Или вот только с того конца лодка хотя бы. Опять у вас стоит в этом месте. Блин. Вот если кто-то так же летит, то это ГГ, как говорится, так же, если кто-то летит. А, два УАЗика стоит. Подожди. Блин, надо брать машину, что делать? Ну вот никто не падает. Я до сюда долетел, человек мог и дальше долететь, но где-то сюда мог, мне кажется, долететь даже на самом деле на парашюте. Мне так кажется. Ну, мы едем через камешки, утать это место все наверх, на самый-самый-самый верх. То есть, казалось бы, вот в этой предыдущей игре никто даже не поехал. Ну, как понятно, круг с остановки, все такое. Но какого черта тогда, тогда в первой игре ко мне приехал, через меня ехал человек. То есть, который чуть не в сосновку прыгал, в итоге приехал зачем-то ко мне, блин. Ну, то есть не ко мне, через меня ехал. Где логика у людей, непонятно. В итоге он занял 26 место, насколько помню, я посмотрел тогда. В итоге занял чувак 26 место с одним киллом. Тот, который, ну, возможно, он килл-то сделал, непонятно где, ладно, неважно. Просто я к тому, что в итоге он проехал очень много, то есть он выпрыгнул куда-то сюда, отсюда приехал сюда куда-то, через верх проехал, и где-то вот тут вроде сдох, но, блин, чё, зачем Тиму вы? Непонятно. То есть прыгнул в сосновку, так сиди в сосновке. Нет, зачем-то, блин, ехать. При том, что на самый-самый верх карты зачем-то. Да, еще у меня как-то не остановился даже. Я думал, что у меня остановится. Нет. Ну, УАЗик, возможно, видел. Моя ошибка была, я УАЗик немного. Точнее, не немного, а много. Видно было его, поэтому. Надо ставить плотный вообще. Вот так вот хотя бы.
Потому что здесь УАЗик другой стоит, ломаный, который, и возможно... Так. Третий матч. Нам как раз матч на топ-10 занять. Или просто сыграть, я уже не помню. Я же запутался в этих матчах, блин. Что-то надо делать. Не, по-моему, не топ-10, о, какой, топ-40. Топ-40, конечно, нам занять надо. Ну ты склоняйся к тому, что я хочу долго сидеть за кругом, на самом деле. Довольно долго. Ну, в смысле, вообще не то, что за круг. Хотя, в принципе, если лодка будет, можно сразу поплыть. Ну, просто есть возможность сидеть. Почему нет? Так, там был пламя-гаситель, ну да ладно. Кстати, давно арбалета, кстати, не находил реально. Может быть, стоит в конце игры, когда все в кустах, в траве сидят, конечно, арбалет. Неплохая, на самом деле, штука. Вот чат почему-то, я не знаю, работает или нет, но почему-то третью игру просто никто не в самолете, ничего нигде не слышно людей вообще. Странно тоже. Вот компенсатор. Просто странно выглядит. Да ё-моё, какая нафиг граната, думала. Может вообще в камешке? Ну кто-то в камешке, может быть, поехал утаться. Какой-нибудь сейвовый игрок запросто, почему нет? Ладно, возьму на всякий случай эту штуку. Как же хорошо, когда заданий нет, да? Ни хилки, ни на хилки, ничего. Не надо думать об этом. Какие-то там 20 бинтов заюзать или еще что-нибудь. Энергетиков, либо летающих искать. Как хорошо, что не надо сегодня этого делать. Просто нет топ-40. То есть я более чем уверен, я прямо здесь вот их и займу топ-40. Будто, то есть могу просто на месте сидеть, хилиться и будет топ-40. Так, ладно, патронов хватит на этот, на юмп. Ямки. Не надо, наверное, все-таки. Сколько бинтов? 30 бинтов, офигеть, бусты и бинты, все есть. Просто все. Так, лодка. Ага. Вот в чем подвох, тут лодок нету. Интересно. Ладно. Вот в чем подвох. Ни одной лодки я не вижу. Придется где-то брать здесь. Возможно, потом. Тогда тем более не скоро. Хотя может здесь где-то. Ладно, если мы туда пойдем еще лутаться, наверное. ДПшка. Блин, наверное, не надо. Все-таки не надо, наверное, ДПшку мне. Так, последний дом остался. Надо решаться, короче, что будем делать. Лутать или не лутать эти места. Ну, сейчас как раз топ-40 будет, наверное, я думаю. Может, в принципе, уже и на пофиг поехать. Сам прикол, что, знаете, что? То, что мне дали 10 очков за 13 место. То есть 10 это довольно много. За топ-13. Так, гранатой. Кто-то кого-то убивает. Так, ладно, давай немного это... Наверх залезем сейчас, посмотрим еще раз. Есть лодка на сверху или нет. Я тут лучше лутался, конечно, но вот отсюда посмотреть. Просто можно не видно. Могло быть не видно. Нету, да? Блин, нету, по-моему.
Я же не слепой, наверное. Это не катер, нет. Ладно, поехали. В принципе, топ-40 есть, так что. Так что норм. Можно умирать, как говорится, да? Можно умирать. Не каяк, не каяк. Не знаю, почему я иногда путаю. Ну, наверное, всегда даже не иногда. Ружье, дробовик там или что там. С каяком, не знаю, как так получается, не знаю. Так, 5 бустов. Кстати, тут дом-то не полутал, я что-то поехал, дом-то не полутал. Так, нафига мне второй? Ну ладно, пусть будет. СКС, кстати, вот. А вот зачем мне эти штуки, да? Так. Ну опять же, много пулек не надо, я думаю. Давайте посмотрим лодку. Есть лодка, да? Есть. Так, лодка есть. Ну и подождем тогда с кругом тогда. Канистра 2. Ага, все понятно. Все, лодка не нужна. Проехали. Лодка не нужна. Скорее всего, здесь будет уже. Экономить бусты, интересно, или не экономить? Ладно, давай заюзаем, пофиг. Два даже. 39 человек, блин, один человек только... Два у меня, ладно. То было топ-40, было же уже. Так, ну конечно, больше не берем, тогда уже не понадобится. Блин, ты задави меня еще давай. Кстати, слышал, вроде как в каком-то патче недавно уменьшили урон от машины. Вроде. Или ну или стабилизирован, типа там нормальный урон теперь. Как-то так вроде это звучало. То есть, возможно, теперь она, если тебя придавит немного, то как бы не насмерть, возможно. Это не точно. Кстати, у меня аптек. А, нет, есть аптек. Хотел сказать, аптек нет. Так, субгранат, 3 штуки. Ну, топ-40, главное квест сделать, на самом деле. На рейтинг, на все остальное, конечно, пофиг. Ну, естественно, обращаюсь все равно каждый матч. Смотрю, сколько рейтинга дают и все такое. Для сравнения, на будущее потом. В любом случае, смотрю.
Так, уличный магазин. Подожди, я не заюзал? Будь. Так. Так, что у нас получается по плану? По плану потом тогда поедем. Эти дома надо утать. Хотя. Типа, она же влезает у меня. Только что вот что-то не влезало, вот уже влезает. Я ничего даже не скидывал. Даже ничего не скидывал. Ага, вот это уже не влазит. Пум-пум-пум-пум-пум. А, ну, в принципе, буст юзом еще один. Че я фигню-то делаю? Все, один заюзали, один взяли. Все нормально. 29 человек, второй клуб пошел. 29 человек. Так, ладно, канистру юзаем. Все, она все-таки сюда съездим, потом сюда. Конечно, ну ладно. Где здесь кто-то сейчас лутается? Вряд ли, наверное. В камешках, ну, не могу знать, но в камешках, в принципе, могут быть, а так. В камешках могут, я думаю, быть. Что-то было, не разглядел. Ну, по-моему, зеленые патроны. По-моему. Блин, патроны СКС, ну не надо, куда много патронов, ты как снайперка считай. Нафиг много патронов, не надо. Тут аптеку видел, видел аптеку даже. Ты бустика пока повременим с бустиком. Угу, вода, кстати, в зоне еще. Нормальная тема. Канистру. Ну, канистру нет, но мне надо все. Так. Призен центр, да? Прикинь, так призен кто-то прыгнул, выжил и сидит там. Блин, будем мутаться здесь или не будем? Вот думаю. Ладно, давай поутаемся. Когда же так буду приходить, будут открыты двери, типа что, значит, что-то утался там. Помню, никогда такого не будет. Так, компенсатор есть. Берил, между прочим. Ай, блин, берил. Берил, конечно, классная тема. Короче, берем. Так.
Просто бил без обвесов не очень, а тут как бы все даже очень да. А, погоди, уличный магазин не было, да? Блин. Был в уличном магазине, суд не на эту штуку. Был, но не на эту. Придется ехать куда-то сюда. Что было, но что-то я не понял, что это такое было вообще. О, личный магазин, по-моему. Да. Следующие 700 метров. Может быть, кстати, не надо же утаться, на самом деле, сразу ехать в зону. Может быть. Давай канистру зальем. Хотя нет, не буду заливать, я может перевернуться еще на этом УАЗике. Все, может быть, могу перевернуться запросто. Не, поехали дальше, наверное, уже. А некогда нам лутаться особо. Наверное. То есть как бы целый круг мог, конечно, еще лутаться, но. Насквозь-то нету, в принципе, на этот, на лутание. Ну, как бы на не на хилке ничего, поэтому может, конечно, просто вот будку вот в эту уехать, да и все так-то. Так, что по аптекам? 4 штуки бинтов, очень много бинтов. Блин, ну километр, вряд ли меня оттуда видно издалека, мне кажется. Вряд ли меня видно. Блин, за руки ничего не вижу. Короче, надо проезжать, желательно вот этой стороной. Не, будка, конечно, самая шикарная будет лезть, но мне кажется, там занято уже, мне так кажется. Будка. Понесу, сольем. Я могу недалеко от зоны где-то высадиться и пойти пешком, например, могу так сделать. Или полутаться, кстати, выйти, вот, например, тут в домах быстренько. Хотя быстренько не получится, надо ехать уже сейчас будет. Ну там зона уже видна, но мне из-за деревьев меня, конечно, не видно, скорее всего. А может, с этой стороны просто никого нет. Все может быть. Можно поспешить, просто на Верочку въехать в круг. На пофиг, как бы, да. А можно, в принципе. И отъехать, как говорится, от круга-то. Короче, тут похилимся, я думаю. А! Не, ну вроде должен успеть похилиться. Погнали. Так, ну давай это не в круге. Я еду прямо на человека, кстати.
Видел меня кто-то, интересно? Или нет? Вообще пулемет надо было взять, на самом деле, ну ладно. Так, что с гранатами? Три штуки. Там человек. Стреляли откуда-то оттуда. Блин, по идее 5 матчей надо сыграть на квесте еще было. Мне что-то неохота. Ты там матча просто сыграть, а 5 матчей. Блин, серьезно, он заходит. Так. Нет, это он не убил, он не убил. Вон он, видно его. Он, это он стреляет или нет? Не, по-моему, это вообще другой человек. Мне кажется, он от зоны должен сдохнуть. Нет? Блин, где-то здесь, значит, человек должен быть. От зоны никто не умирал. Если он его убил, начинает там никого нет, то и он пойдет той стороны лутать. Егорыч, Егорчик, Егорчик. С импатом всех разносит. Меня, конечно, не видно, но... Но тот же самый, по-моему. То есть он, скорее всего... Блин, может быть, он все-таки... Может, его убили? Может, наоборот, вот тот убил этого, а не этот того? Так, у нас бомбасы есть, да? Есть две аптеки. На эти зоны, к сожалению. А, 4 человека уже осталось. Нужен какой-то замес. Подстава, конечно, была. Так, сейчас гранаты раскидывать будем. Вот Егорка всех, да, всех убивает. Ну, внизу где-то. У меня третий шлем. Блин, почему шлем, почему я рюкзак не взял? Третий, там ачивка у меня никогда не сделается, когда надо 10 раз, по-моему, третий шлем, третий рюкзак, третий жилет забрать. Но один где-то здесь, видимо. Один где-то там. Блин, у того чего реально, возможно, один юмп только. Поэтому... Блин, за камнем, надеюсь, никого нет.
Мне кажется, супер видно. Они оба внизу, что ли? Блин, где? Не знаю, короче. Блин, один точно внизу там. Они, возможно, не знают, что здесь немножко под возвышенность. То есть я на самом деле в самой лучшей позиции, честно говоря, возможно. Один может вот там, конечно, еще выше, может из-за этого не видно. Ну, по идее, снизу меня будет не видно. Серьезно? Серьезно? Ну, понятно все. То же самое, да, убил? Да, читак. Это тот же самый читак, который всех убил, вот и меня. И меня убил. Нормально, да? Давай посмотрим, как он последнего тогда убьет. Сьюмпа, человек просто Сьюмпа всех убил. Абсолютно всех. Так, ладно, зарепортили уже. То есть я даже не слышу, как он подполз. Он рядом со мной был, его даже не слышно было, как он подполз. А он меня увидел, естественно, сразу. То есть я смотрю наверх, везде смотрю, нет его. Добавлю. Давай досмотрим, ладно. Потому что, в принципе, повтор смотреть нету толку, никого не, никаких инцидентов в начале не было. Повтор не будем смотреть, поэтому можно здесь досмотреть, у меня потянуть еще немного. Так-то еще два матча надо сыграть, топ-40, ну блин, не знаю, так фом. Зачем вот эта ачивка, то есть не ачивка, квест, например, 3-5 матчей в топ-40, например, попасть. Лучше бы сделали, например, не знаю, там, выиграть матч, например. И то куда интереснее было бы. Вот это реально было бы квест. Квест да квест. Выиграть матч. То есть неважно, в складе, в соло, в дуо, чем угодно выиграть. Просто. Ну это внизу, значит. Ну ждать будут, короче, да. Тут внизу сидит, а здесь. Будут ждать. То есть его на самом деле супер видно, вот этого чувака. То есть кто-то выглядит, полный рост станет. Его супер видно. Какого черта? Он даже гранаты кидать не умеет. Он кинул просто за круг. Граната за круг, скорее всего, упала, улетела туда. Нафига он так далеко кинул-то? Я смотрю, прямо на человека выйдет. Прямиком. Ну, внизу, там, где каменная. Или в кусте. Вон, в кусте сидит. Он что, не видит его, что ли? Ой, дебил. Он сидел в кусте же, видно было сразу. Чего-то кусок. Игра с щитами, еще и, блин, ну, это бред, конечно, ну ладно. Мало того, что игра с щитами, так еще и, блин, что за щиты такие? То есть меня так увидел, лежащего в траве, а его так в кусте не видно, я и то заметил. Его же видно, первым делом куст посреди карт, посреди круга сидит единственный куст. Очевидно, что он в кусте нас посмотрит сначала. Очевидно же. Господи, что за идиоты играют в эту игру? А вот такие убивают. То есть меня, главное, заметил, а его в кусте не увидел. Ну серьезно, его же очень хорошо вообще видно было, что он сидит, он бок как-то криво сидел, блин. Пол корпуса торчало, блин. Как он? Так, ладно, пойдем туда, сундук хоть купим тогда. Может повезет. Авиатор, это что у нас? Это, по-моему, зеленый исключил, ну, господи. Сдохните те люди, кто придумал сундуки с ключами в этой игре, конечно. У меня этих сундуков уже миллиард. Ай, да. Когда же, надеюсь, когда-нибудь сделать, что их можно будет обменять на другие сундуки, которые без ключей, да, и что-то подобное. Так, было. Ну, давай посмотрим хоть рейтинг тогда. Ну, кстати, нормально дало. Было 77. 16. 16. А, кстати, у тебя никого не задамажил, наверное, да? Просто гранаты что-то случайно мог попасть по кому-то на самом деле. Ну ладно, нормально.